Добрый вечер! С вами команда КВН «Распутин», исторический факультет педуниверситета. Перед вами стоят люди, имеющие определенное отношение к истории. Да-да, мы все живем в хрущевках. А я в Сталинке. Это, кстати, наш лидер. Юмор историков пришелся по душе и залу, и жюри. После первого конкурса у команды «Распутин» все пятерки. 5-5-5! Это четвертьфинал межрегиональной лиги КВН «Самара». Команда шести вузов города соревнуется в остроумии. Темы не ограничены ничем, кроме фантазии. Брежнев заметил в доме грабителя и зашиб его насмерть пиджаком с орденами. На вопрос жены, где ты провел прошлую ночь, основатель компании Google выдал ей 180 тысяч возможных ответов. Шутят даже студенты в погонах. Команда юридического института ФСИН уже второй год успешно выступает в межрегиональной лиге КВН. Процесс проходит довольно тяжело. Буквально ночью мы придумываем эти шутки, но делаем это все вместе, в общем, коллективом, и это доставляет нам неимоверное удовольствие просто, сам процесс именно, это сплочение. Вообще, КВН – это очень хорошая игра. Играйте в КВН! Самарское движение КВН поддерживает муниципальная программа «Молодежь Самары». Основная цель – создать все условия, чтобы молодежь могла реализовать себя, в том числе и в творчестве. Среди задач и формирование активной жизненной позиции, развитие сотрудничества в молодежной среде. На мой взгляд, это одна из наиболее интересных молодежных игр, которая захватывает все большее количество молодежи, где интересно, где весело, где классно, задорно. В общем, это круто. Ты же не должен был так рано из армии вернуться. Так и в подводной лодке дырки не должно было быть. Зрители и жюри признают, это была одна из лучших игр в сезоне. Это была крутая игра, я сейчас искренне, я много раз видел игры, и я сегодня, Александр Волков, ведущий, чемпион высшей лиги, сказал, что не свело ли вас челюсти, я хотел аплодировать, это действительно было сегодня, редкость такой испытываешь. Самую высокую оценку получила команда историков «Распутин» – 9,8 балла. Мы тоже поздравили победителей и узнали, как они придумывают свои шутки. Мы их откапываем. Откапываем, значит, потихонечку там откапываем. Вот, у нас популярно сейчас все зарабатываем потихоньку, поедем дальше копать шутки. Недавно купили учебник Задорнова по истории, там столько шуток интересных. Ну, готовьтесь к полуфиналу, еще что-нибудь накопаем обязательно. Всего в полуфинал прошли 4 команды. Правком Манчестер Юнайтед, Распутин, Неваляшка и Люди в синем. Еще 4 определятся по итогам игры 1 июня. Валерия Макарова, Василий Колдашов, События.